Меня зовут Виктория Жорник, и я очень странный художник, который проживает в самом прекрасном городе земле Петербурге. Я пишу картины, которые несколько отличаются, наверное, от картин многих художников, тем, что я на своих картинах изображаю совершенно другой, иной, яркий, бешеный, дикий, совершенно позитивный мир. А вот это, чуть поближе сюда, придвинься, я тебя с ней, да. Это же ты? Это была я когда-то до моего, не знаю, наверное, громко будет сказать слово прозрение, но просто меня осенило, что я должна делать, какие картины я должна создавать, чем я должна заниматься в своей жизни, и поэтому это я до, а все остальное это я после. А что способствовало такому озарению? Здоровый образ жизни сначала. А вот не знаю, 28 декабря 2011 года я стояла в своей тесной коморке на своей работе на военном предприятии. Смотрела на плакат предновогодний, который я нарисовала. Он был в таком каком-то мультяшном стиле странном. Я так смотрю, я понимаю, как будто вот просто сзади, если представить это все визуально, это, конечно, не так все было, но ощущение было, что просто откуда-то сверху вот так вот стрела в голову пошла, что-то ударило. Я поняла, я примчалась домой, я начала рисовать, из меня полилось, и льется до сих пор уже давно. Я думаю, что это никогда не закончится, потому что я теперь знаю, кто я, и я знаю, чем я хочу заниматься до тех пор, пока меня... Аллилуйя! Спасибо, все? Виктория. Я волнуюсь. Он телепортировался. Вот он выглядит как приятно. Для него мы выглядим довольно странно. Вот. И он после многих-многих большого промежутка времени скитаний решил вернуться домой. И вот те мальчики, кто служили в армии, наверное, меня поймут сейчас. Когда ты вот приезжаешь домой и вот стоишь на пороге своего дома, и там все так же. Там у них какие-то сплетни, кто-то с кем-то поженился, кто-то там. У них какая-то вот жизнь своя, и они все ждут, они там собрались, вот они ждут. Когда же вот он зайдет, а он стоит на пороге дома и понимает, что он сейчас туда зайдет, а там будет все так же. А он же совершенно другой. Он не такой, и ему немножко страшно туда зайти, вот в эту вот ту суету, которую он не видел уже много-много лет. И вот это вот застывшее создание, которое стоит на пороге своего дома, он не решается туда зайти. Совершенно другие ассоциации. Но это вот... Заколка возвращается, у него... И от этой картины у меня такое ощущение, что теплый очаг. Ну вот он вернулся в свой очаг. Это же его родной очаг, это же его... Да, он там очень давно не был, он путешествует. Ему так хорошо, наконец-то он... Нет, ему хорошо, но вот это секунда просто. Смотри, да, он из этого ужаса вернулся, из этого космоса, как ему это надоело. А тут очаг, это креслице, пледик, глинтвейн и очаг родной. Вот, и... Следующая картина, это мудрая болотная кошка, это создание, абсолютно живой, он хоть и выглядит непонятно, не как мы все люди или наши зверюшки, но это абсолютно мыслящее, мудрое, прекрасное существо. Он был таким умным, таким замечательным, а потом бац, и решил, да надоело, все, переселюсь на болото, и буду там своей мудростью потрясать всех маленьких живых существ. Вот, перебрался, давай. Ну, в общем, это целый мир, и я не придумываю ничего, как ни странно. У меня отсутствие фантазии было полное когда-то, теперь у меня нет фантазии, оно все ко мне. Вот я такая странная. Это более вот пиво ему напоминает, да, так там? Вот источник. Интересно, что вот целая история. Как бы несколько, вернее, два вида, да, смотрите, такие оптимистичные цвета. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Вот это вот немножко кучка. Thank you.
горы кров, черной небо шаль, сотни веков пути в сердце не тает лед. Спи, королева, спи, он больше не придет. Вечности не сложить. Ты не хотела зла, просто хотела жить. Девочки, звонок смех и поцелуй горяч, а у тебя лишь снег. Плачь, королева, плачь. Звезды твои не боль, боли не знает лед. Думала, он король, только опять не тот. Снова тихая стена, снежных вершин гряда. Девочка с ним не жена. Нам крылья даны, чтоб летать за тобой.
я голоден, поле я изгнан из стаи, оставшийся не у дел. Но я и счастливее я летаю, и небо мне не предел. И теперь эти картины, они стали намного мощнее. Вы не почувствуете, вы не знаете еще этого, но в следующей выставке вы увидите и поймете, что в них что-то изменилось. В них ваши улыбки и... Спасибо, что вы все пришли. Я хочу поаплодировать. Всем вам!